И в итоге на 3 балла только в произвольной они обгоняют Хайд и Сахновского. Но так как они их опережали и без того на 6 баллов, они остаются лидерами, их уже никто не достанет, они победители. Но последняя пара, которая здесь сейчас представит нам свою произвольную, это Светлана Куликова, Виталий Новиков. Сначала любовная песня Сары Брайтман, а затем фламенко во второй части произвольной. Они бьются за бронзовую медаль. С этим красным цветком, бантом, Светлана Куликова прямо как кукла в его руках. Все-таки у них, несмотря на
схожий рост, телосложение Виталия и Арсения. Все-таки у Светланы Куликовой с Виталием Новиковым совсем другая какая-то пара получилась. Может быть, из-за отношений друг к другу, может быть, просто выросли и пошла немножко другая хореография. Может быть, программу такую они интересную придумали. Усова, Платов и Тарасова. Вот две поддержки. Очень похожие друг на друга были. Где Светлана в шпагате. Шпагат, конечно, более эффектный получается. Весьма вероятно, что это всего лишь промежуточный вариант поддержки. Еще окончательно ничего не сказано относительно этой программы. Мама, папочка, всем огромный привет. Всех люблю. Всем привет. Вот мы последний день. Ирочка, Ксюшка. Нормально. Правильно, да. Татьяна Анатольевна говорит, всем привет. Мы в последний день решили выступать и сделали правильно. Имеет в виду, наверное, травму Виталика. Решение было правильное? А можно передать привет? На больной ноге, но выступать. Да тут и знаешь, как выступать на больной ноге. Зато теперь ты знаешь, как выступается на больной ноге. Татьяна Анатольевна, как всегда, серьезно. Евгений Платов, как всегда, намеревается шутить. И всех развлекать. А Светлане с такими кавалерами просто одно удовольствие иметь дело. Такие статные, милые и замечательные мужчины. Андрюха, привет, отправляйся. Judges, may we please have the scores for Куликова and Новиков. Итак, Куликова и Новиков получают следующие оценки. 33 балла, очень мало за технические элементы, на 7 баллов меньше, чем у Бельбан, Агоста и Хайцакновский. И 55 за компоненты, ничего себе. 88 баллов они набирают. Да, действительно, для того, чтобы хотя бы в произвольной занять третье место, им не хватило 1,5 балла до канадцев.